Чтобы иметь возможность комплексно переименовывать объекты на сцене, существует специальное меню, которое вызывается при нажатии Ctrl F2. В нем можно переименовать то, что выделено, все или конкретно выбрать из списка. Например, Mesh, материалы, коллекции. В строке Type можно задать еще фильтры для нужного нейминга. Чтобы узнать все возможности этого меню, самостоятельно прожмякайте все пункты, а я просто покажу пару вариантов. Чтобы изменить название всех сфер, включаем All, Find Replace, пишем Sphere и новое название. Наш произвольный набор букв перенесен. Чтобы изменить только часть этого списка, выделяем, меняем All на Selected и меняем название. Если догадались, откуда взялась третья буква I, пишите в комментарии. Чтобы убрать вот эти скобки, в Type выбираем Strap Characters, указываем пунктуацию и местоположение. Для добавления суффикса в Type выбираем Set Name и пишем, что нужно добавить. Перфикс – это приставка. А выбрав New, мы переименуем объекты.